Всем привет! Наш отдых в Интуристе закончился, но путешествие продолжается. По дороге мы решили заехать в Массандровский дворец. Я давно хотела его посетить, но как-то все откладывала. Сейчас время позволяет. Единственное, что собирается дождик. Но я думаю, это не помеха. Потом мы едем в Бахчисарай. Там примерно мы пробудем 3 дня. Покажу вам отель, в котором мы останавливаемся. И потом мы возвращаемся в Ялту, в другой отель. Красивый дворец. Не хочу брать экскурсию, хочу сама погулять, потому что у меня время ограничено, у нас сегодня еще много планов, а если с экскурсией, то это 1-1.5 часа. Выдают бахилы. Все идеально сохранилось. Был красивый потолок, потом его варварски закрасили белой краской. Остался всего лишь вот такой фрагмент. Ой, я успела погулять одна, слышу, уже туристы идут. Сейчас, кстати, тоже что-то цветет, потому что так пахнет вкусно. Называется «Сад ароматов». Итак, я была в Воронцовском, в Ливайдийский и Массандровский. Вот на первом месте Воронцовский, потом Массандровский у меня. Хотя мне говорили, что Ливайдийский самый красивый дворец. Еще мне осталось посмотреть Юсуповский. Но это уже следующий наш приезд, когда мы приедем весной или летом. Не знаю пока. Ребятки, решили проехать на Бахчисарай горной дорогой через Ай-Петри, да, которая дорога идет на Ай-Петри, плюс там надо заехать в одну деревню по этой дороге за сыром. И вы посмотрите, мы отъехали 10 километров вверх только от Ялты, а тут снег, зима. Вообще хорошо, опять мы на шипованной резине, нам как бы без проблем. Вот, пожалуйста, и снег, и дождь. Ё-моё. Какой интересный тоже климат здесь, в Ялте. Вот это да. Вот это да. Прям такие хлопья летят. Да, тут он, оказывается, наверное, давно идет уже. С раннего утра. Видишь, сколько его уже? Очень удивительно. А внизу чуть ли не солнышко светило в Ялте. А наверху такие чудеса. Да, везет нам.
Бахчисарай, то есть Бахчисарая снегопад был, теперь туда снегопад будет. Чистили дорогу, кто-то пройдет. Тут реально, наверное, со вчерашнего вечера снег идет. Красиво. Потому что столько его. А мы даже и не думали прогноз посмотреть, да, что наверху. Вот это да, вот так. Неожиданно вообще же получилось. Понятно. Даже и не думали уже. У нас же в голове лето скоро, а тут раз, блин, резко поднялись горы и такие вещи. Да. Я же говорю, Ялта тоже удивляет своей погодой зимой. Вообще-то посмотри, как красиво. Очередной раз, я говорю, у нас спасает, что мы на шипах. Сарай проехать. Там она будет чищенная, как здесь, да? Не в курсе? Не будет? Не, ну... Не, я проеду шипы у меня, да. Не проеду? Не понял. А, проеду? А, я думал, не проедешь. Ясно. Понятно, хорошо. Просто даже что-то не ожидали, даже что здесь снег. Ха! Он со вчерашнего дня, да, здесь? Это вот здесь вчера было еще снег морозный. Ага. А под утро уже сильно. Ну, вот видно. Канатная дорога, смотри. Да, я вижу. Это вот туда. Задом туда. Не-не-не, лучше там дальше есть разворот, да? Там накатано, да. Угу, хорошо. Все, дороги дальше нет, мы разворачиваемся, ребята, да, и едем обратно. Засело. Не повезло. Мы сейчас разворачиваемся, потому что ребята, которые мимо проезжали, сейчас сказали, что там не проехать. Да, и тоже на внедорожниках нету, говорит, дороги. Мы теперь смотрим, где они разворачивались, чтобы развернуться, и мы возвращаемся. Очень жаль, столько времени потеряли. Ну ладно. Блин, 20 километров проехали. У меня-то что, ну, есть полный привод. В общем, мы вернулись и вот решили заехать сюда выпить кофе.
Зарина называется. За трактором долго идти придется. Цены и меню покажу. Все очень просто выглядит. Сейчас мы ждем, когда нам сварят кофе, и мы едем дальше. Есть топчан. И вот такой вид с балкона открывается. Пьем кофе и едем дальше. Вообще с Бахчисараем у нас всегда такая история. Скажи, вот всегда. Ё-моё, час уже, ты представляешь? Да. Ну, я как им сказал, после трех так и получается. Вот видишь, блин, никогда не надо говорить. Меню хорошее. Меню хорошее. Все на хорошее. Угу. Внизу дождь, наверху снег, угу. Да. Ну, мне кажется, уже внизу в Ялте снег, этот дождь прошел. Наверное, нет больше. Ну, видишь, тут снега нет, а там наверху сейчас шел. Да. А внизу нас ждала прекрасная погода, солнечная, дождь прошел. Мы едем в Бахчисарай, и следующие ролики будут уже из Бахчисарая. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.